Ну вот, господа, я на пляже Гренада. Рыбаков нет? Видимо, ничего не клюет. Вот и нет. Море чистое. Десятое июня сегодня. Лазурный. Зонтики хоть вид придали, да? Так все убого было. Как хорошо ходить по этим дорожкам. Легко, удобно. За зиму находился по этим камням. Есть люди, ну, разбросаны, да. Соблюдаю дистанцию, наверное. Дистанцию соблюдает 20 метров. Девушка фигуристая пошла. Хоть люди начали появляться. То тут дикарем так станет. И здесь ни одного рыбака нету на пирсе, на центральном. Ну и ну. И шарик, он слева лежит, спит. Не, ну надо же, а, рыбаков нету. Вот когда она начнет клевать, ё-моё. Устал за весь день. Да ты мой золотой шарик. Устал за весь день, да? Он даже не встает, не узнает меня. Так ему, бедному, жарко. А я покушать тебе принес, Сарюша. Ты что, дрожишь? Шарик, что с тобой случилось, дорогой? Что ты? Дрожишь что-то? Холодный ты весь, Сарюша. Хоть холодный, правда.
Что будем кушать? Да, целый день играет. Вставай, мой золотой, будем кушать. Ужинать будем. Ну, красавчик. Сейчас. Тяжело идет, мой друган. Вон, кушай. Это тебе подписчики подогнали. Спасибо им, подписчикам. Кушай, я буду раздеваться, купаться пойду. Ты со мной? Мышай. Вода теплая, шарик. Вода теплая. Под ногами нашел песок, клочок. Это редкость. В основном булдыжники кругом. А тут песок нашел. Видите? Причал закрыли, мы, в смысле, вон там поставили, вот это кафе делают, повесили ленточку, Шарик сидит у берега. Шарик! Приблизить нельзя на этой камере. Вот, видите, ремонтируют пирс. Вот здесь уже покрасили. Вот. Видите? Вот. Все крашено здесь. Все по ништяку. Работники говорят, нету рыбаков, говорит, и рыбы нету. Они в Солоники ездили рыбачить. Там вроде начало клевать.
дельфин подплыл, всю рыбу расшугал и уплыл. Вот такая рыбалка здесь. Ужасная. Шарик сидит около моих вещей. Молодец какой, сейчас я ему еще покушать дам. Сиди, сиди, Шарик, сиди. Увидел, что подхожу, и уже собрался в море идти. Он думает, что он обязан мне за еду. Вот как ему объяснить, что я его кормлю не за камней, за этих нахер, не нужны эти камни. А он, вот видите, пошел, Шарик. Он устал уже, я вижу по нему. Он, видать, здесь весь день на жаре эти камни кидал. Садись, 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 дорогой. Кушать хочет, елки-палки. Вот, да, вот видите, показывая, он уже прыгает, так это радуется. Никто не кормит его тут ни хера. Видите, мой Шарик. Кушай, кушай, мой золотой. Солнышко уже садится, сейчас уже сядет.
батарейка уже сядет. На 4К снимаю, поэтому много она на себя берет. Покушал, Шарик? Лежи, лежи, лежи. Покушал, можно теперь спать. Да, смотри. И можно теперь и поспать. Солнце село уже, все. Включили колесо. 9:10 время. Она еще и крутится. Экшн камера. Села с телефона, продолжаю снимать. Снимать уже нечего. Сейчас девушки прыгать будут. Молодые. 13.
всем спокойной ночи. До завтра. Красиво.